Судебный прецедент в Нижегородской области. Хозяина собаки хотят посадить в тюрьму за жестокое обращение со своим животным. Почему вы так жестоко с своим домашним животным обращаетесь? Вы не хочешь? Что вы сделали со своей собакой? Что делать мужчина? Фонарь бери. Не хочется что-то? Сейчас получишь. За какие действия хозяина собаки хотят посадить за решетку? Об этом сегодня в 19:00.